Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. «Дышите глубже» 2016 объявлен годом борьбы с болезнями органов дыхания. Вздрогнули. Представители столичной мэрии провели ночной рейд по питейным заведениям. «Стоп» снято. В музеях мира проходит день музейного селфи. Сегодня председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин поднял по учебной тревоге руководителей экстренных служб республики. Заодно проверили и готовность специализированной техники. В учениях принял участие заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС России полковник Дмитрий Муркушов. На площади республики была представлена специальная техника, новейшие образцы пожарно-спасательного вооружения, средства индивидуальной защиты и экипировка, а также спутниковая связь. Спасатели продемонстрировали возможности технических средств в условиях, приближенных к реальностям. В целом, республиканские силы и средства спасения готовы к выполнению задач. И это подтвердила проверка федерального министра, прибывшего в Чувашию в начале января. Наличие техники – это не самый главный показатель вообще. Самый главный показатель – это профессионализм людей, которые на них работают, на этой технике работают. Поэтому здесь мы можем быть уверены, что наши люди все умеют, все знают и все могут сделать как необходимо. Без практических каких-то действий, теоретически изучив материал, действовать просто невозможно. Поэтому мы проводим огромное количество тренировок и учений, которые прививают практические навыки каждому нашему служащему, каждому человеку, который обязан выполнять задачи по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации. В последнее время стали частыми снегопады. По словам руководителя Главного управления МЧС по Чувашии Станислава Антонова, спасать пока никого не пришлось, потому что все службы работают на должном уровне, в том числе и дорожные. Однако сохраняется высокая готовность. Проверяются пункты обогрева, необходимые для экстренной эвакуации во время снежных заносов на автотрассах. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Как чуваши реализуют социальные проекты, приехали узнать предприниматели из Ульяновска. Что интересного увидели они в республике, обсудили на встрече с заместителем председателя правительства Чувашии Аллой Салаевой. Обе стороны сейчас вплотную занялись развитием внутреннего туризма. У каждой свои идеи и предложения. Не стоит тратить время на изобретение велосипеда. В регионах есть уже наработанный опыт. Заместитель председателя Кабинета министров представила гостям проекты, которые республика уже воплотила в жизнь. В рамках рабочего визита гости из Ульяновска побывали в музеях, в Лакреевском парке, посмотрели, как в столице организуют детские праздники. Зашла речь о недавно созданном образовательном проекте. В прошлом году в Чувашии открылась Академия коммуникации World Shop на Волге. Заявки на обучение здесь уже начали поступать из других регионов. Для нас это важно, потому что федеральный центр пришел к нам заниматься кадровой подготовкой на федеральном уровне. Вам удобнее, потому что тоже, да, и территориальней. Это намного ближе, ну и, соответственно, это более эффективно с точки зрения бюджетных вложений каждого, кто участвует. И ориентировочное количество серьезных специалистов, в том числе и руководителей бизнес-структур, которые свой бизнес реализовывают на территории Чувашии, уже около 45 человек, кто приступил к этим курсам. С года в год сами потоки, как в образовательный проект, будут приезжать все больше, больше и больше. То есть это позволит, ну, возможно, расширить эту нишу. А так как проект уже 10 лет как в России существует, и у нас подписаны долгосрочные взаимоотношения, то с каждым курсом, с каждым, ну, там, новой программой мы будем все больше и больше вовлекать эти регионы. Медики Чувашии объявили 2016 годом борьбы с болезнями органов дыхания. Именно они считаются одной из самых частых причин смертности. Наиболее опасны пневмонии и хронические обструктивные болезни легких. Что будут делать врачи и как мы можем поддержать их в борьбе за наше здоровье? Говорили на пресс-конференции в Минздраве республики. Рост количества болезней органов дыхания – тенденция общероссийская. Чаще всего встречаются грипп и ОРВИ, далее следуют бронхиальная астма, пневмония и хронические обструктивные болезни легких. Понятно, что причинами смерти чаще всего становятся два последних диагноза. Чувашская республика все равно имеет, видите, большой удельный вес смертности. Это 79,8, еще раз повторюсь, на 100 тысяч населения. В сравнении с российским показателем 51,2 на 100 тысяч населения.
Медики уже определили направление для приложения усилий. Нетрудно догадаться, что на передний план выйдут борьба с курением и другими вредными привычками, пропаганда здорового образа жизни вообще и двигательной активности в частности. К хорошо зарекомендовавшим себя прогулкам с врачом и сосудистым патрулям добавятся дыхательные патрули, которые помогут проверить активность легких, всевозможные акции и мероприятия по отказу от курения. Что же касается собственной медицинской составляющей, врачи намерены сосредоточиться на ранней диагностике. Пройти банальную флюорографию, пройти банальный рентген и пройти банальную спирографию, да, то есть вот то, что вроде бы у нас у всех на слуху. Особое внимание необходимо уделить вакцинации от пневмококковой инфекции. С прошлого года эта прививка появилась в национальном календаре. Как отметила Алла Самойлова, болезни органов дыхания не лечатся с помощью высокотехнологичных операций. Протезировать легкие пока не научились. Однако в большинстве случаев эффективным оказывается своевременное лечение. Между тем, в нашем сознании кашель – это напасть, с которой можно справиться самостоятельно. Врачи призывают: не надейтесь, что модные препараты и антибиотики, принимаемые бесконтрольно, поставят вас на ноги. Обратитесь к врачу и пройдите необходимое обследование. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Центробанк России отозвал лицензию открытого акционерного общества «Государственная страховая компания «Поддержка». Только в прошлом году компания заключила более 400 договоров сельскохозяйственного страхования. Основная услуга – страхование в области растениеводства. Здесь хозяйства Чувашии были застрахованы на сумму в 167 миллионов рублей. Причем договоры действуют с весны по осень, и в данном случае срок их исполнения истек. 12 договоров действовали в области животноводства. Их общая сумма – 110 миллионов. Несмотря на то, что лицензию компании отозвали, по всем уже заключенным договорам поддержка выполнит свои обязательства. Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров страхования, перестрахования, внесение в заключенные договоры страхования каких-либо изменений, влекущих увеличение ответственности страховщика. Но по всем уже заключенным договорам открытое акционерное общество ГСК «Поддержка» будет продолжать исполнять свои обязательства. Здесь никаких проблем не будет. Кроме этого, хочу отметить, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители отсутствие государственной страховой компании «Поддержка» не почувствуют, так как в 2015 году, то есть они были не монополистами. Решение Центробанка России об отзыве лицензии принято в связи с неустранением в установленный срок нарушения страхового законодательства. Компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, а также порядка и условий инвестирования собственных средств. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Василий Мухаметов, Республика. За минувшие сутки 7 жителей республики, подключенных к услуге «Мобильный банк», лишились своих сбережений. Получив СМС-сообщение, они пошли по указанной в нем ссылке и подхватили вирус, очистивший их банковские карты. О новом виде мошенничества и превентивных мерах нам рассказали в МВД по Чувашии. Вирусная программа попадает в смартфон через СМС-сообщение, содержащее различные ссылки. Если пользователь кликает на нее, то скачивается вредоносная программа, способная без участия абонента совершать операции с банковской картой. Хозяин даже не догадывается о том, что его телефон заражен, и с его счета списываются средства. Вирусная программа полностью удаляет входящие СМС-уведомления от банка. В итоге деньги переходят на электронные кошельки злоумышленников. Чтобы этого не произошло, первое. Никогда не нужно открывать незнакомые сообщения, особенно с не очень такими понятными номерами, потому что очень часто они поступают из других стран, такие сообщения. И необходимо на телефон установить антивирусное программное обеспечение. Хочу еще отметить, что нужно максимально осторожно обращаться с сотовым телефоном, который подключен одновременно к интернету и к банковской карте. Потому что достаточно легко можно запустить туда вирус, особенно если телефон не имеет антивирусного программного обеспечения, и будут сняты денежные средства. Как вариант, можно подключить услугу управления банковским счетом к телефону, который не имеет выхода к интернету. Если вы заметили, что с банковской карты без вашего ведома утекают деньги, необходимо обратиться в кредитную организацию для получения подробной выписки о движении средств с указанием адресата получения переводов и заблокировать карту. Кроме того, возьмите у сотового оператора детализацию соединений по номеру, на который подключена услуга «Мобильный банк». И с этими документами обращайтесь в полицию. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Сразу несколько серьезных ДТП произошло в республике минувшим вечером. Сейчас в их причинах разбираются следователи.
Лишь по счастливой случайности этот автобус не перевернулся в кювет. Пытаясь обогнать впереди идущий трактор, водитель пассажирского ПАЗа перестроился на левую полосу. Но из-за колеи колеса повело навстречу. Обгонял, и меня на колее, не знаю, что там, в общем, меня стало выносить на встречную. Чтобы на встречку не выйти, я вывернул в правый руль. Вот, оказался столб врезался. Из-за сильного удара столб накренился и замкнул контактную сеть. На 40 минут по Московскому проспекту было парализовано движение троллейбусов. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров. Все они были доставлены в больницу. А в Канашском районе невнимательность водителя привела к 3 человеческим жертвам. Следователи установили, что владелец ВАЗа 7-й модели, справившись с управлением на заснеженной трассе, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От сильного удара легковушку откинуло на проезжающие мимо иномарки. Последствия аварии плачевные. Погибли водитель и 2 пассажира «семерки». Дмитрий Ковалев, Дарина Игнатьева, Республика. Столичные власти продолжают бороться с реализацией алкоголя в ночное время. Накануне чиновники и полицейские отправились в рейд по питейным заведениям. Какие нарушения выявили проверяющие и как накажут нерадивых предпринимателей, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы уличить продавцов в нарушении закона, представитель администрации города и сотрудник МВД играют роли обычных покупателей. На живца во время рейда ловят тех, кто реализует алкоголь в закрытой бутылке. В барах и кафе это делать запрещено. Правда, правила соблюдают не все. Сначала один официант отказался продавать, ссылаясь на нарушение закона. А подошли ко второму официанту, и девушка сразу же согласилась продать пиво в закрытом виде. Пока полицейские составляют протоколы на предпринимателя, начальник управления по развитию потребительского рынка проводит ликбез для персонала. Официант призналась, что здесь она работает недавно и еще не выучила все правила. Хотя, отмечают проверяющие, провалы в памяти у сотрудников этого кафе случаются часто. И не первый раз забывает. В этом объекте у нас торговом постоянно забывает, и постоянно реализация происходит. И постоянно мы фиксируем факт реализации пива, пивных напитков. Значит, тогда мы другие меры будем принимать. Неоднократно карали штрафами и руководители кафе «Удача», но похоже, что предприниматели эти уроки ничему не научили. Во время очередной контрольной закупки проверяющим продали закрытую бутылку пива. Список нарушений на этом не закончился. Даже беглый осмотр торгового зала показал, что кафе своему статусу не отвечает. Здесь для кафе нет 2 выхода по правилам, которые должны быть существовать в предприятиях общественного питания. 2 туалетные комнаты для персонала, а также для потребителей. Здесь нет фойе, здесь нет раздевалки для потребителей. Даже минимум, если устанавливаются для мини-кафе, стойки для верхней одежды. Нарушила законы продавец. Выяснилось, что на работу она вышла без санитарной книжки. Владельцев этой точки намерены вызвать в администрацию города, где, возможно, поставят вопрос об отзыве лицензии. Данное акт обследования завтра у нас уже направится в адрес Роспотребнадзора по Чувашии и направится в Министерство экономического развития и прокуратуру. На продавца составляется протокол. Это значит от 3 до 5 тысяч рублей штрафа. А если мы на индивидуального предпринимателя будем составлять, в том случае она будет уже до 30 тысяч рублей, а если уже на ООО, уже до 100 тысяч рублей. Нерадивых предпринимателей в администрации города обещают наказать строго. Тех, кто нарушает закон повторно, могут внести в черный список. Ночные рейды по столичным кафе продолжатся. В Чебоксарах их обещают проводить не реже 2 раз в месяц. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. В Чебоксарах ограничено движение по Театральной и Советской набережным залива. Это участки около Театра оперы и балета и Дворца детского и юношеского творчества. Ограничение будет действовать до конца 2018 года. Ограничение связано с реконструкцией Московского моста. Он построен еще в 1968 году и требует серьезного ремонта. В конце 2015 года московская фирма «Пелискер» начала реконструкцию. Работать они будут до ноября, также 30 ноября 2018 года. То есть срок строительства 3 года. В настоящее время борются скважины под опоры моста. Для того, что так как техника очень серьезная работает на мосту, поэтому мы вынуждены были закрыть части набережной, с Театральной и Советской. Для того, чтобы не подвергать опасности жизни
тех, кто хочет гулять по заливу. Движение по мосту закрывать не будут. Сначала построят дополнительные полосы, а затем снесут старый мост и построят новый. Те же, кто все-таки хочет гулять по заливу, смогут спуститься к воде по существующим лестницам. Велосипедистам тоже есть где покататься. Также построенная велодорожка в 2013 году. Можно спуститься на велосипеде, ездить по малому кругу. То есть 5 километров можно здесь проехать от площадки до площадки. А с той стороны по пешеходному мосту можно проехать и вокруг залива по Красной площади тоже 5 километров круг. Так что, в принципе, тот, кто увлекается велосипедным спортом, может воспользоваться этими путями. В прошлом году мы, тем более, построили 7 километров велодорожки в центре города. Тоже, я думаю, что тот, кто хочет кататься, он найдет, где кататься. 30 января в школах республики начнется прием документов от родителей будущих первоклассников. В Чебоксарах, по предварительным данным, в первый класс в сентябре 2016 года пойдут около 6 тысяч детей. Это больше, чем в предыдущем. И неудивительно, год рождения нынешних первоклашек приходится на так называемый бэби-бум. 30 января принимать заявления в школах начнут от семей из своего микрорайона. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 1 июля на оставшиеся свободные места. Три школы в этом году будут участвовать в эксперименте. В 19-ю, 20-ю и 45-ю открыта электронная запись. Если эксперимент удастся, то в следующем году он распространится на все учебные заведения. Проектные мощности школ города Чебоксары справляются с запросом. И все дети будут приняты учебных кабинетов школы. Следует отметить, что накануне записи в первые классы мы уже второй год будем проводить так называемый день открытых дверей. В управлении образования составили новые списки домов и улиц, прикрепленных к определенной школе. Перераспределение коснулось 7 школ. Школа номер 55, гимназия номер 46 и школа номер 43 между собой перераспределили дома, потому что здесь произошло открытие первых классов в гимназии номер 46. Также перераспределение коснулось школ номер 28, 50, 54, 56 и 59. Закрепили за школами и новые микрорайоны. Особое внимание в этом году уделили учебным заведениям, которые пользуются особым интересом у родителей и будущих первоклассников. Одной из серьезных проблем ежегодно становится прием первоклассников в Чебоксарскую начальную школу номер 1. По предварительным данным, право на поступление в эту школу имеет около 200 детей. В основном здании могут разместиться только 4 первых класса, а это в среднем 120 человек. Для того, чтобы решить этот вопрос, по примеру 2014 года, когда начальная школа номер 1 открыла, скажем так, филиал в школе номер 11, и первые классы пошли туда, в этом году мы идем по этому же пути. Предварительно рассматривается возможность открытия учебных кабинетов для начальной школы номер 1 на базе помещений Дворца детского и юношеского творчества. Следует отметить, что данное, так скажем, предложение сейчас рассматривается, но считаем его очень интересным, потому что федеральный государственный образовательный стандарт начального образования как раз и требует синтеза, симбиоза, скажем так, начального образования и дополнительного образования. Сейчас похожее решение ищут и для того, чтобы разгрузить 59-ю школу. Дмитрий Захаров подчеркнул, что в школах столицы республики созданы все условия, чтобы все 6 тысяч детей осенью пошли в первый класс. 23 января во всех учебных заведениях пройдут дни открытых дверей, и родители смогут познакомиться с возможностями каждой школы. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии всегда интересовались мировыми культурами. Дни китайского языка, фестивали аутентичной музыки, восточные выставки. История и культура Шотландии также стали предметами изучения школьников и студентов. Помимо шотландских танцев, в Чебоксарах популярна и шотландская поэзия. My heart's in the highlands, a-chasing the deer, a-chasing the wild deer, and following the roe. My heart's in the highlands. Forever I go. Очередной вечер шотландской поэзии прошел по теме Рождество. Как всегда, он посвящен дню рождения Роберта Бёрнса. Для северной страны он, как для России, Александр Пушкин. Но в этот раз границы вечера расширили. Организаторы объединили историю разных народов, и стихотворения исполнялись на родном языке поэтов. Очень похоже на нашу культуру своей широтой, своей добротой. И как-то сразу втянулись и решили, что мы хотим тоже, чтобы эта культура у нас развивалась.
С каждым годом любители поэзии в красно-зеленую клетку становятся все больше. Появляются новые идеи и мысли. И это все для того, чтобы объединить людей и разной культуры. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика. Сегодня социальные сети – это не только времяпрепровождение, но и хобби, работа и площадка для рекламы и пиара. Активисты и общественные деятели вмиг привлекают внимание миллионов людей со всего мира при помощи репостов, лайков и онлайн-акций. Так, энтузиасты одного международного проекта решили повысить популярность музеев с помощью селфи. Наш корреспондент Екатерина Куприна также поучаствовала в Дне музейного селфи. Принять участие в акции очень просто. Достаточно прийти в музей, сделать себяшку, забавную или глубокомысленную. Далее свое творение выложить в сеть с хэштегом «Юзимселфи». Ту-дун! Ту-ту-ту-ту-дун! Чувашский национальный музей предлагает посетителям принять участие не только в международной акции, но и в республиканской. В музее и во всех филиалах музея будет проходить акция «Селфи в музее». То есть вы делаете снимок на фоне экспонатов, на фоне самого музея и выкладываете в социальные сети. И та фотография, которая наберет наибольшее количество лайков, получит пригласительный билет на одну из коммерческих выставок. В музеях столицы страны – Петербурга, Казани и Красноярска – фотоидею поддерживают и разрешают фотографироваться там, где нельзя в обычные дни. А вот музейщики екатеринбургских центров искусства и истории к себяшкам относятся скептически и против новой тенденции. Но в мире день музейного селфи набирает все большую популярность. Королевский музей Онтарио даже выпустил советы, как сделать снимки наиболее эффектно. Предлагается принять позу статуи или примерить рога, спародировать картину или влиться в экспозицию. Селфи в музее приобрели такой ажиотаж, что самострелят даже животные, мягкие игрушки и сами экспонаты выставки. В международном размахе акция уже закончилась, а в музеях республики продлится до конца месяца. Приходите в музей, фотографируйтесь, и десятки лайков не заставят себя долго ждать. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика! 15-летняя воспитанница Республиканского центра зимних видов спорта Лана Прусакова прошла отбор на зимние юношеские Олимпийские игры. Они стартуют в Норвегии 12 февраля. Кстати, девушка единственная из россиян, заявленная сразу в двух дисциплинах фристайла. Самая юная представительница сборной выступит в слоупстайле и хафпайпе. В этом сезоне Лана Прусакова уже завоевала золото на чемпионате России и на первых двух этапах Кубка России. Тренер и спортсменка надеются, что в ближайшее время в ее копилке будут и олимпийские награды. Для начала юношеские. А ведь в самом начале своего пути Лана и не думала о карьере в большом спорте. Конечно, не ожидала, что так получится. Скорее думала, что буду заниматься для себя. Просто вот, конечно, рассчитывала на призовые места на первенстве России, но вот таких успехов не ожидала. Безусловно, многого для Ланы как спортсменки сделал ее личный тренер Никита Васильев, который также является старшим тренером национальной сборной. Еще в сентябре 2015 года на чествование победителей и призеров спартакиады учащихся России в Чебоксарах он и не сомневался, что его подопечная будет выступать в ближайших юношеских Олимпийских играх. Изначально девочка именно в Чувашии пришла ко мне заниматься, захотела заниматься этим видом спорта, отчаянная. Первое время было тяжело, очень много внимания уделялось всегда. Очень приходилось тщательно за каждым элементом смотреть, но постепенно у нее начало получаться и очень быстро пришел прогресс. Скорее всего, основной старт у нас у Ланы будет это зимние юношеские Олимпийские игры в Норвегии зимой и первенство мира, к которому мы готовимся. Всего в составе сборной России по фристайлу 4 спортсмена, которым предстоит выступить в слоупстайле, хафпайпе, ски-кроссе и борд-кроссе. У болельщиков есть возможность следить за выступлениями наших спортсменов и поддерживать их на вторых зимних юношеских Олимпийских играх. Екатерина Абрамова, Республика. Сегодня в Чебоксарах стартовал зимний этап фестиваля сдачи норм ГТО, посвященный 85-летию отечественного комплекса. Известно, что в ГТО несколько ступеней и дисциплин. Сегодня участники бегали на лыжах. Насколько будущие выпускники готовы к труду и обороне, выяснила наша съемочная группа.
обулись в лыжные ботинки, встали на лыжи и на старт. За дополнительными баллами. Ведь данные нормативы включаются во Всероссийскую базу физкультурно-спортивного комплекса ГТО и учитываются при поступлении в вузы. Около 500 11-классников, предварительно зарегистрировавшись на портале ГТО и получив идентификационный номер, должны преодолеть лыжную дистанцию в 3,5 километров. Думал, что будет тяжелее ехать, но в принципе нормально, терпимо. Но раньше занимался, сейчас реже занимаюсь, потому что сейчас ЕГЭ, там экзамены сдавать надо, поэтому. Но для многих все оказалось гораздо сложнее, чем они могли предполагать. Причина тому – погодные условия, которые совсем не побаловали лыжников в этом сезоне. По словам тренера Республиканского центра зимних видов спорта Михаила Игнатьева, если бы этап прошел на 3 недели позже, результаты были бы лучше. Ведь многие участники действительно встали на лыжи первый раз за зиму. Больше времени подготовиться будет у тех, кому еще только предстоит сдача норматива. А это более 2000 выпускников чебоксарских школ. Мы планируем, что в течение зимы мы проведем порядка 3-4 сдач на лыжи для того, чтобы пропустить всех выпускников школ. И хочется сказать, что сегодня здесь присутствуют те, кто зарегистрирован на портале, и которым результаты идут действительно в сдачу. Почему мы решили начать с выпускников? Именно потому, что основной момент – это поступление в высшие учебные заведения. Определены примерные нормативы, количество баллов, которые выпускник получает при поступлении в ВУЗ. Чтобы завершить дистанцию на 3 километра золотым знаком отличия, девочки должны показать время не более 17,5 минут. Золотой норматив 5-километрового расстояния мальчиков – 23 минуты 40 секунд. Следующий этап бега на лыжах пройдет 28 января. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания.